всегда страстная и чувственная. В любом своем фильме Маргарита Терехова. Ну как вам легче, Теодор? Вас меньше тяготят печали? Они мне столько счастья дали, что их отброшу я не скоро. И у меня печаль одна, что мне придется эту муку обречь на вечную разлуку с той, кем взлелеяна она. Нужна разлука. Почему? Меня хотят убить. Вы правы. Терзания горестной отравы внушают зависть кое-кому. Сударыня, вы мне дадите дозволение отплыть в Испанию? Благоразумное, без спору, и благородное решение, что было горестной отравой, забудется в чужом краю. А я, хоть много слез пролью, зато утешусь доброй славой. Да, надо ехать, вам в дорогу дадут 6000 золотых. Я уезжаю, чтоб затих враждебный шум. Целую ноги. Пора. Прощайте, Теодора. Я... постараюсь позабыть. Ну что мне делать? Как мне быть? Когда же вы уйдете? Скоро? Сейчас. Постойте! Нет, уйдите. Послушайте! Я обращаю вам все. Все зло, которое вы причинили мне. Я обращаю вам мою разбитую жизнь. Но я не прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной. Ты умрешь. Да. Да. Убейте меня, господин Д'Артаньян. Убейте, потому что я не могу так больше жить. Потому что я люблю вас. Что? Люблю вас. С первого мига, когда я увидела вас первый раз в Менге, вы помните? Я полюбила вас. Я полюбила. С первой секунды, с первого мига я ничего не могла с собой поделать. Судьбе было угодно сделать нас врагами. Вы все время стояли на моем пути, все время. Мне достаточно было сказать слово кардиналу, чтобы он отрубил вам голову. Но я ничего не могла с собой поделать. Но вы отравили Констанцию. Да. 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 Потому что я люблю вас. А кто подсунул гвардейцам отравленное вино, чтобы они угостили меня? Кто? Ой, кто? Это не я. Это он. Ваш враг Росфор. Но вы сами стреляли в меня. Если бы я стреляла в вас, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я стреляла в лошадь. Уедем! 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 Вы полюбите меня! Простите, я пришел спросить, что, мне сегодня же отплыть? Я не знаю, Теодоро, но только верьте, мне сейчас вас видеть худший из зол. Я за самим собой пришел. Ведь я остался возле вас, а мне уже и ехать надо. Я умоляю вас, верните мне самого себя. Так знайте, я не отдам вас, Теодоро. Я оставляю вас себе.